Доброго дня, шановні глядачі. Я рада вітати вас в ефірі телеканалу Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює». І сьогодні тема нашого випуску – функціонування банківської системи в Україні. Зокрема, ми розглянемо причини тих проблем, які сьогодні виникають у банківській сфері, та поговоримо про особливості гарантування вкладів від фізичних осіб. На питання, пов'язані з цією темою, відповість наша компетентна гостя, пані Олена Ласкіна, консультант фірми «Профальянс». Я рада вітати вас, пані Олено, в нашій студії. Взаємно. Доброго дня. Всім і одразу ж хочу нагадати вам, шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі, тож ви завжди можете зателефонувати нам за номером, який бачите на своїх екранах, 76-92-42. Будь ласка, телефонуйте, ми на зв'язку із вами. Пані Олено, ми з вами вже не раз в студії обговорювали деякі нюанси існування банківської системи в Україні. І сьогодні я пропоную поговорити, власне, про причини виникнення тих проблемних явищ, які сьогодні є, і про шляхи їх можливого вирішення. З удовольствием. Зокрема, сьогодні ми бачимо, що робота деяких банків, якщо не сказати багатьох банків, нестабільна. Це хвилює, безумовно, і вкладників, і користувачів банківських карток. Що ж стало причиною такої шаткої ситуації? Ну, всі ми знаємо, що как бы, робота з структурою банківської у нас не один день. Не один день ми вже знаємо, що таке кредитні карточки, що таке просто пластикові карточки, що таке зарплатні проекти. Вообще, как функционирует приблизительно, все знаем, банковская система. Опять же, почему приблизительно? Потому что в кулуары банковской системы и работы непосредственно банков нас никто не вводит. Потому что мы с вами это обыкновенные потребители банковского продукта. Ну так вот, как бы мы как потребитель банковского продукта несем в банки наши кровно заработанные, кровно сохраненные, лежащие в банках, под матрасами, там, куда угодно. Я утрирую, но это факт. Это факт, который у нас есть. Мы эти все наши кровно заработанные средства, переданные, передаренные и так далее. В общем, наши они. Мы их по началу работы банковской системы Украины начали нести в банки. Почему? Потому что это более удобно, более защищенно. И как назвать прибутково? Совершенно верно. Любой вклад банковский, он имеет свою какую-то прибыль, как для банков первоочередно. Это наш любимый с вами конек, потому что мы знаем, что любая финансовая структура, она создана для получения прибыли. Так и для нас, в принципе, как вкладчиков, потому что мы являемся так же само тем же ресурсом, с помощью чего как бы как банк зарабатывает, по итогу и мы. Так как мы даем наши деньги, мы должны с вами зарабатывать на этом. Поэтому мы с вами эти ресурсы все относим. Соответственно, наши финансы, наши личные средства, они охраняются главным законом, главным законодательным актом. Это Конституция Украины. Она нам дает гарантию на том, что гражданин Украины имеет полностью гарантию сохранности, пользования, обеспечения своим имуществом. Имущество это у нас как моральные, так и материальные, любые блага, которые мы наработали, создали. В общем, наши, одним словом, мы не будем уже внедряться в подробности, какие существуют материальные блага. Не о том сейчас тема. Поэтому мы с вами и имеем денежные средства и несем их в банки. Опять же, куда мы несем? Мы с вами их несем в те банки, которые предлагают лучшие условия. Ну, любая человеческая природа, она говорит... Заработай там, что... больше. Да-да-да. Вот где мне скажут больше, туда я их и отнесу. Вот, то есть, опять же, почему? Потому что если сказали, что вы, вот ты заработаешь 50% годовых, значит, ты туда и несешь деньги.
Это говорит, мы с вами это поднимали тему, что такое хороший банк, что такое плохой банк. Надийный, ненадийный. Да, да, да. И в чем соответствие, идет разница между хорошим банком и плохим банком. Как понять, если процентная ставка, которую говорят, нормальная, а где ненормальная. То есть, смотрите, пожалуйста, здесь нужно сразу же видеть, хотя бы, точнее, не сразу видеть, а пытаться понять, потому что как бы положить деньги в банк, это так же самое, как понять, хорошая машина или нет. Тот, кто не понимает, что такое хорошая машина, так же самое, извините, может быть, это не особо корректный пример, но факт, есть фактом. Понять, хороший ли банк или плохой банк, с первого взгляда никто не поймет, не знаючи самой структуры капитала банка. Вот сейчас я сказала это слово «капитал банка». Опять же, почему? Потому что если сам капитал банка, уставной капитал банка достаточный для существования банка, для покрытия различных расходов, которые… Выплаты вот тех самых підвищених відсотків. Совершенно верно. Выплаты каких-то резервов. Резервы могут быть связаны с девальвацией гривны, с убытками какого-либо характера, с каким-либо рефинансированием, различными ситуациями, которые могут быть в жизнедеятельности банка. Опять же, жизнедеятельность банка – это государственное состояние, это социальное состояние, потому что банк – это все-таки большой механизм, которым, по сути, управляют несколько человек. То чому ж виникла така ситуація? Занадто багато було банків з недостатнім капіталом? Вот, здесь, в принципі, ситуація самої організованості людей. Потому что, опять же, если организованность людей есть с какими-то… Короче, плохой хозяин. Понятие есть плохого хозяина. Есть понятие есть плохих менеджеров. Либо же плохой хозяин-менеджер, либо же, как у нас наша глава Нацбанка говорит, может быть, это изменение ценовой политики, отток экспорта-импорта, потому что мы знаем, что так же само существуют у нас лимиты по приобретению валюты, по оплате по импортным-экспортным контрактам. Это все взаимосвязано. Но что же делать по итогу людям-то? Ось, головне питання. Да, самое, а что нам-то делать с вами? А что нам делать? Нам с вами, ну, как опять же, как говорят наше правительство, не паниковать. Потому что вопрос паники, это всегда он глобальный, и когда мы паникуем с вами, то получается плохо. Еще гирше, ниже было. Да. Поэтому мы с вами имеем ситуацию реструктуризации банковской системы. Потому что мы знаем, что на протяжении 2008 по сегодняшний час было создано огромное количество банков. Такого количества банков, как на Украине, скорее всего, уже могу даже это ответственно сказать, что не было, наверное, ни в одном государстве. И так же самое мы знаем, что в том году, в 2015-м, у нас произошло огромный спад этого банков, у нас огромный пошел отток, все более 50 банков было просто ликвидировано. Ликвидация банков – это самое неприятное, что может быть, потому что оно ведет за собой огромный финансовый отток. Опять же, почему? От тут важливо зараз поговорити, в чому ж проблеми, які комплексні проблеми виникають при ліквідації банків. Вот, і так. Мы сейчас к вам подошли к тому, что все-таки банк взаимодействует с основным банком. Это Национальный банк Украины. Национальный банк Украины предоставляет лицензию на проведение финансовой деятельности. А также у нас есть фонд гарантирования вкладов физических лиц, которые могут гарантировать любому гражданину, физическому лицу, о том, что его вклад будет возвращен. Возвращен с определенным лимитом. Этот фонд гарантийных вкладов был создан достаточно давно уже, неоднократно изменялась сама процедура, неоднократно изменялись лимиты, но вот что вот, как бы, вы знаете, как бы самое вот интересное, не менялась при этом сама структура работы банка. Потому что если люди работали под старинки, то фонд гарантирования вкладов все больше и больше как-то пытался пристроиться. Усучасниваться. Да, да, да. Но, опять же, наша система банковская, она никуда никаким образом не менялась.
Создавались банки, вводились новые какие-то собственники, выводились собственники. Какой-то банк у нас, рекапитализация его была, вот умное очень слово сказала, там, допустим, изменение имени, изменение хозяев, будем говорить так. Вот. Но суть вопрос не менялся. К тому, что вот у нас произошло вот вопрос с банковской системой, и у нас подошел, как говорится, пик. Вот почему это все сейчас случилось и что же с ним этим делать. Наконец-то наше правительство, в принципе, не собственными, как говорится, руками, а благодаря валютному фонду пришли к изменению работы банковской системы. Каким образом? Мы знаем, что когда ликвидируется банк, ему дают определенные сроки. Когда идет какая-то санация его, то есть воплощение этого в жизнь, возвращение этого банка, то есть вливание капитала, нахождение новых инвесторов, приведение самих банковских дел в порядок. Опять же, почему? Потому что как у плохого хозяина есть какая-то плохая бухгалтерия. Плохая бухгалтерия – это значит… Делаются какие-то махинации. Махинации, это работает не один человек с этими махинациями. Мы знаем, что у нас до 2014 года банки имели свои филиалы, имели свои подразделения, и все вопросы решались на месте. Угу. Последние года все вопросы в банках решаются в главном отделении. Это в городе, допустим, Киеве, если это киевский банк, в городе Харькове это харьковский банк и так далее. Вот. Ну, то есть ранее голова не знала, что делается у него в филиале. То есть филиал, когда, допустим, пришел какой-нибудь неблагополучный клиент, который я хочу огромную сумму кредита, но при этом давайте мы залоговое имущество сделаем какое-то за 3 копейки положим. Тут человек в филиале говорит: да, давай, я с тобой согласен. Ну, как бы мы сейчас просто рассматриваем такую утрированную ситуацию. Это не погоджувалось в головном банку? Совершенно верно. Это приводило к тому, что на бумаге у нас были фиктивно целая куча кредитов, депозиты мы у людей берем под фиктивный какой-то кредит, и потом по итогу что оказалось у людей, которые положили свои кровные деньги, они оказались каким-то воздушным замком, который этот замок, извините меня, собственник банка, будучи главой, находящийся в Киеве, не знал, что с ней делать. Соответственно, не было никакой ответственности у того филиального там какого-то начальника, какого-то мелкого, грубо говоря, чиновника. Это не чиновника даже, извините меня, просто вот начальника отдела. Этот начальник, менеджер, скажем так. Да, 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 топ-менеджер туда. Этот топ-менеджер удачно уходил, ответственности никакой не нес. И что мы имеем по итогу? Мы имеем того, мы имеем этих людей, которые положили деньги они возвратить не могут. І це була система гарантування вкладів, вона може допомогти в такому разі? Чи зараз ми прийшли до тих змін, які потрібно було ввести саме для гарантування вкладів осіб? Да, вот на даному етапі у нас это происходит. Происходит большой процес перестройки. Может быть, вы знаете, как говорится, не зря говорят, что не делается, то все делается к лучшему. Конечно, жалко, что это делается на примере нас лично, на нашей жизненной ситуации, потому что любая жизнь, она дана единожды человеку, и хочется ее спокойно прожить. Но мы живем в такое время, и нас оно закаляет, и, наверное, может быть, дает возможность нашим детям, чтобы мы рассказали, как, что такое хорошо, что такое плохо. Тобто мы зараз говоримо про те, що оті проблеми, які вскрилися, вони і стали поштовхом до тих якісних змін, які на сьогодні відбуваються. Да. То есть здесь ситуация, не нужно паниковать, а нужно понимать, что происходят изменения, которые приведут к только к положительному. В этом мы верим и знаем. То есть смотрите, сейчас, на данном этапе, фонд гарантированных вкладов имеет, у нас был воспринят закон, вступил он в силу в августе 2015 года, и он идет, действует поступательно. Поступательно каким образом? В том году появилась возможность фонду гарантированных вкладов входить в процесс санации и восстановления банка сразу же. Не тогда, когда уже Национальный банк объявлял о том, что все, ликвидация. Уже, да, ужас. Завешаем тапочки, сушим и все так далее. А момент тогда, когда есть необходимость, есть возникли вот эти факторы после вот этих стресс-тестов, сейчас очень модно. Мы поговорим про это обовязково. Да. И тогда сам
уже представитель фонда гарантийных вкладов, тоже, в принципе, не человеку совершенно не позавидуешь. Заходит, грубо говоря, ревизор в банк и пытается навести порядок. Пытается смотреть, что такое хорошо, что такое плохо, видит миллион непонятно чего, и пытается находить инвесторов, пытается сделать так, чтобы этот банк стал нормальным. Щоб все ж таки уникнути ліквідації. Да. Сьогодні дуже часто, коли ми говоримо про банківську систему, можна почути такий термін, як докапіталізація. Давайте дамо йому визначення. Що ж це означає, власне? Это один из инструментов, которые, точнее, извините, даже не инструментов, это как фактор уже после того, как проходят вот эти вот экзамены, проходят вот эти стресс-тесты, которые показывают сам уровень банка, насколько хватает этого капитала, находящегося в банке на данный момент, на определенные вот эти негативные всякие последствия. То есть, опять же, негативних спочатку процесів. Заходить ревізор, проводиться ряд стрес-тестів, а після цього відбувається докапіталізація. Заходять аудитори. Угу. Аудитори міжнародної компанії. Міжнародної компанії вибрана теж комісією, це не просто так вот, комерчеська якась контора. Да. Люди заходять, перевіряють. Перевіряють, це не в тому, значить, ситуація, що весь ринок фінансової України починає мандражувати. Ні, це просто как бы, беруться цифри, показатели на цьому основанні, проводять і фінансові вже розчети. Проводятся все. На этом основании выявляется, что тому банку нужна такая докапитализация. Допустим, у него, если курс гривны упадет, если заберут деньги, люди все дружно, если там перестанет работать какая-то система, то не хватит такое-то количество ресурсов. Другому еще. И сейчас вот на данном этапе мы видим, вот, по итогу 2015 года, что на Украине практически все банки нуждаются в декапитализации. То есть, ну, не хватает денег. Мы слышим эту фразу, не хватает денег везде, что денег на Украине нет. Да. Ну, опять же, как бы это итоги плохой работы. Невдалого такого керівництва банківського. Да, то есть, если есть плохая работа, нужно, значит, выполнять работу над ошибками. То есть, вот эта декапитализация, это наведение банковской системы до ладу, это наша работа над ошибками. Точнее, даже не наша, а банковская система Украины. Стрес-тести – це нове поняття, яке зараз практикується, чи вони Нет, були раніше? Это было раньше так же само. Потому что, опять же, фонд и проверки в лучшем случае должны проводиться раз в квартал. Да, соответственно, как бы проверки Нацбанка, проверки аудиторских компаний так же само, скорее всего, проводятся. В этом я, извините, кстати, не скажу. Но если мы видим ситуацию нынешнюю, которая имеется, то, скорее всего, в данном сейчас ситуации будет постоянно это проводиться в нашей банковской системе. Что мы сейчас видим? Крупнейшие банки сейчас уже провели декапитализацию. В этом году уже выявился один банк, который по условиям непредоставления полной информации, так как это тоже основной фактор, когда должны полностью раскрывать собственников банков, акционеров банков, то есть должна быть прозрачность, тоже не проходит это и так же само стоят на факторе ликвидации. То есть сейчас идет полная прозрачность. Так же самое, как и торги, которые сейчас у нас проходят по тем банкам, которые уже ликвидированы. Торги проходят все в электронном виде. Вот я сейчас сказала тоже фразу по поводу самой фирмы. Простые фирмы, непростые фирмы. Фонд гарантированных вкладов с этого года является тем структурой, которая заниматься будет реализацией активов всех банков. Это те изменения, власне, які відбулися? Да, да. На данном этапе мы видим, что все-таки чисто, как говорится, так вот, конструктивно это делать они не могут. Почему? Потому что это большая все-таки, опять же, объем информации, он должен электронным механическим способом все-таки вычисленный быть. И на данном этапе это делает предприятия, с которыми они заключили договор. Но впоследствии будет существовать огромный отдел по борьбе, опять же, с той же коррупцией, который будет проводить работу по продаже этого имущества, которое также будет давать огромные средства. Ну и что можно сказать, опять же, что это хорошо. Почему? Потому что сейчас, на данном этапе, когда проходила процедура банкротства банка, и были возбуждены уголовные дела, они были возбуждены уже по факту выявления
Есть такое предложение, чтобы когда существует только доведение самого банка до банкротства, это уже, то есть у нас сроки с вами подвинулись не полгода, не год, как в некоторых ситуациях, а месяц на вход сотрудника фонда, месяц на то, что уже банк будет выходить с рынка, и за эти два банка, ой, извините, за эти два месяца будет уже подаваться заявление уже для следования на возбуждение уголовного дела на то, что доведен банк до банкротства. То есть это опять же хорошо. Почему? Потому что любой акционер, любой собственник, любой топ-менеджер будет уже думать, каким образом они довели банковскую систему, банк, до такого состояния. Які ще проблеми вирішуються тими змінами, які, власне, відбулися за прийнятим законом у змінах системи гарантування вкладів населення? Ми знаємо, що з січня відбулися зміни, ухвалено вже закон. И какие еще проблемы вы решаете этим законом? Вот, смотрите, у нас, опять же, мы знаем, что в банковскую систему вкладывают деньги не только физические лица, также предприятия, частные предприниматели. И тоже мы знаем, что огромные ресурсы из-за этого люди просто теряют. И очень положительный момент, то, что все-таки вот с июля 2016 года мы будем все-таки ожидать, что деньги будут возвращаться также предпринимателям. То есть, опять же, в данной ситуации это тоже положительно. Це суттєвий момент, да. Тому що навіть малий бізнес, який ми називаємо, да, значно потерпає на сьогоднішній день від відсутності таких змін. Да, опять же, сейчас, ну, как бы возьму вот просто пример, который вот был вот буквально недавно. Мы зашли на сайт фонда гарантированных вкладов и зашли на то имущество, которое реализовывается там. Предприниматель сказал: да, у меня есть деньги, которые я вложил, но забрать эти деньги не могу, так как я предприниматель. Что мне делать? Могу ли я приобрести что-либо за счет того имущества? Зробленого внеску. Да. К сожалению, на данной минуте это сделать нельзя. Вот. То есть, как бы человек хотел. Его ситуация может быть перекрыта только если он найдет чей-либо кредит, и они взаимно поменяются, как говорится, взаимными обязательствами через нотариальную сделку. Але, як ви вже сказали, зміни ухвалені, і ми будемо сподіватися все ж таки, що коли вони вступлять в силу, ця ситуація буде вирішена. Будемо надіятися, що до 1 июля нічого не поміняється. Взагалі, які ще фактори вплинули на те, що от були ухвалені власне ці зміни в діяльності фонду гарантування вкладів? Чому виникла така гостра потреба? Опять же, это общее состояние нашего рынка, потому что мы знаем, что у нас и общая торговая часть, и производственная часть, и мы знаем, что у нас ситуация на границе еще не совершенно нестабильная. Мы знаем, какой отток капиталов у нас пошел в связи с вопросом с Крыма, в связи с вопросом на востоке, Луганск, Донецка. В принципе, это общеглобальные факторы. И опять же повторюсь, мы сейчас с вами должны просто набраться терпения, смотреть, учиться. Мы знаем, что с вами, что такое 50% годовых, мы знаем, что такое кот в мешке, мы знаем, что слово «до 50%» это значит, что вы будете получать 10% общей суммы депозитов ежемесячно, в конце года вы получите свои те же 35% годовых. То есть мы знаем, что нужно читать договора. Мы знаем, что нужно смотреть каждый пункт. Мы знаем, что нужно смотреть графики. И мы знаем, что если существует отделение или же банк, нужно посмотреть его историю, нужно посмотреть, насколько оно давно работает, как связаться с той или иной службой. То есть нужно изначально для того, чтобы проверить банк, не смотреть на улице, не идти, даем кредиты беззалоговые, беспроцентные. Это не есть правильно. Мы это видим с вами сплошь и рядом, на любой остановке. Власне, ця довіра до таких мильних бульбашок, вона і призвела до таких глобальних проблем. Совершенно верно. Потому что Украина относительно недавно по отношению к другим странам стала пользоваться банковскими продуктами. Очень большое количество людей просто попали в ситуацию незнания. Будемо надіятися на лучше. Я дякую вам за відповіді на питання і за ті поради, які ви озвучили для наших глядачів. Сподіваюсь, що ми матимемо нагоду і продовжимо розмову про банківську систему
України і про ті зміни, які сьогодні відбуваються у законодавстві, пов'язані з цією системою. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувались із пані Оленою Ласкіною, консультантом фірми «Профальянс», і говорили, зокрема, про зміни, які відбулись у системі гарантування вкладів фізичних осіб, і, як ви самі могли переконатися, зміни ці відчутні. Залишайтеся і надалі з телеканалом «Миколаїв», щоб знати більше. Ми працюємо з вами і для вас. На все добре!